Реальный рост цен на горючее от 8 до 10 тугриков за литр. Но с учетом транспортных расходов и издержек обслуживания, цена бензина для монгольских потребителей, полностью зависящих от импорта, вырастет на 100 тугриков. Чтобы сдержать розничную стоимость топлива, правительство и приняло решение о предоставлении льготных кредитов в форме субсидий на сумму 120 миллионов долларов США компаниям-импортерам горючего. Государством впервые оказывается такая поддержка импортерам. Эти кредиты, несомненно, облегчат положение многих. Хочу привести такую цифру. Выданные кредиты равны почти двухмесячным закупкам горючего одной компании. Во-первых, это самое оптимальное решение, которое могло быть принято правительством и Монголбанком. Во-вторых, колебания цен на внешних рынках неизбежно повлечет изменения и на внутреннем. Но это не обязательно означает скачок вверх, может быть и понижение. За этим будет постоянно следить действующий совет по ценам. Как мы поняли, он и будет вводить нужные корректировки. Хотя горнородное министерство и управление по нефти считают это самым правильным способом сдерживания роста цен на горючее, находятся и критикующие правительство. Их главное замечание – до каких пор страна, разрабатывающая свои нефтяные месторождения, будет зависеть от импортеров? Мы занимаемся добычей нефти на Дарнот-Тамсаги, и сейчас объем добываемого сырья уже достиг коммерческого уровня. В этом году нефтяные поступления в госбюджет составили 104 миллиарда тугриков, в следующем будут 146 миллиардов тугриков, а в 2014 уже перевалят за 300 миллиардов. Теперь мы принимаем оперативные меры по созданию рабочей группы, которая будет заниматься вопросом создания перерабатывающей промышленности на основе добываемой в стране нефти. По крайней мере, в ближайшие 3 месяца вопрос о росте цен на бензин не будет подниматься. Соответственно, и оживший было бизнес бензоколонок. На предоставлении бонусов за закупку бензина более 30 литров и скидочных карт тоже утихнет. Самое главное, как считают официальные лица, сдерживание подобным образом цен на бензин несет в себе двойную подоплеку, поддерживая политику по сдерживанию цен на потребительские товары. Денсма Энгбилек, Аист, Монголия.